мы будем играть свой футбол, покажем, на что мы, умеем, на что мы способны, потому что там коллектив не прям такой сыгранный, серьезный, прям сразу будет. Если с группы до столов выйдем, дальше уже, я думаю, игры поинтереснее будут. Сыграемся по ходу там. У нас, конечно, состав не полный, но будет сюрприз, так сказать, на самом турнире. Да, как и ранее подметили, мы впервые едем на такой турнир, нашей командой именно. Там будут некоторые хорошие игроки еще дополнительно. Но ожидания только самые лучшие. Хотим в любом случае показать хороший результат. Нам спонсор предоставил такую возможность первый раз выехать со своей команды. Пытаемся максимально укомплектоваться людьми. К сожалению, не у всех получается из нашей команды, из нашего состава, но пытаемся добрать с разных команд, сделать на основе нашей команды одну хорошую и показать хороший результат. Я думаю, мы сможем вас удивить составом. Мы никогда не выезжали своей командой, поэтому вот такой мандраж какой-то есть с другими командами. Когда я ездил, у меня не было такого. Сейчас свои пацаны едем, чуть да, нервничаем, переживаем. И есть такие моменты. Из состава «Флагман Инвест», который вы наблюдаете этот сезон, вы увидите шестерых людей. А остальные все будут из других команд. Мы ждали какой-то хороший турнир, да, вот готовились. В принципе, обсуждали перспективы, что, как, почему, что-то даст нам. Поэтому этот опыт очень важен для нас. Наш спонсор в лице Алипека Шириужева, ему огромное спасибо, огромная благодарность за то, что он помогает нам. Это человек, который с первого дня мне сказал, что если наша команда, наша игра позволяет нам выезжать за пределы республики, он сказал, что мы будем ездить на турниры любые, вот куда мы посчитаем нужным поехать. Он сказал, что если есть команда, если играют, то почему нет. Вот этот турнир мы все не могли выбрать, на какой поехать, ну, чтобы вот так разом попробовать. И хотелось, чтобы состав был хороший, и чтобы пацаны все собрались. И поэтому вот так на вот эти числа попали. Как мы ему предоставили вот эти брошюрки, которые были разосланы по группам, о том, какие условия там будут. Он сам загорелся желанием и сказал, что мы едем. Ну, можете давать положительный ответ и готовиться к турниру. Ну, по нашему настрою я вам скажу, что ну, мы туда не едем просто смотреть, кто как играет и отбывать какой-то номер. Мы туда едем, достал за победы. А там на все воля Всевышнего.